Ну, я хочу вам сказать, что вот это вот возбуждение уголовного дела в отношении адвоката вызвало настороженность. У меня, как скажем, у судьи, я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, меня это вызвало настороженность. Сейчас мы очень серьезно проверяем эти дела, возбужденные в отношении адвоката. Я не исключаю, что там будет Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения по этим делам. Вот все, что могу сказать.